Ну а третье место. Стойко удерживает русская американка Любовь Успенская. Все знают, насколько сложен был путь певицы через тернии к звездам. Причем тернии иногда носили откровенно извращенный характер. Столкнувшись с такими трудностями, Люба-Любонька не могла не научиться в любой ситуации и из любой мелочи что-то выносить полезное и для себя, чтобы впоследствии с улыбкой вспоминать об этих временах и петь песню Гарри Голда «Красиво жить не запретишь в Монте-Карло». Буратино вчера читала, про Буратино мультфильм взяла. И ела я, и не гуляла, у телевизора весь вечер провела. Смотрела мультик и представляла, с экрана сходит он как кино. И не беда, что деревянный, зато стоять я должен вечно у него. От мысли сладостных таких стало жарко. И отвези меня, малыш, папе Карло. Запчасти сделал, чтоб к тебе, папа Карло. Размеры нравились, чтобы мне, о, папа Карло. Если будет все так, как в мыслях, смогу в аренду тебя сдавать. И заработав хотя бы 3000, смогу еще я буратинок заказать. А папа Карло за эти бабки работать будет совсем не прочь. И наплодит мне бойцом десяток, положит трахать все-все и ночь. И вот я с ними улечу в Монте-Карло. И заработать там смогу с папой Карло. И скучно будет нам вдвоем в Монте-Карло. За все спасибо, мой родной. От мыслей сладостных таких стало жарко. Ты отвези меня, малыш, папе Карло. Запчасти сделал, чтоб к тебе, папа Карло. Размеры нравились, чтоб мне, о, папа Карло. От мысли сладостных ноги стало жарко. Ты отвези меня, малыш, папе Карло. Там счастье сделал, чтоб тебе, папа Карло. Размеры нравились, чтоб мне, о, папа Карло. О, папа Карло.